Друзья, всем привет! Вы смотрите канал «Деревня Тимошкина». В сегодняшнем видео мы с вами съездим за кормами. Заканчиваются корма, и нужно съездить купить новую партию кормов. Покупаем мы корма у местного фермера. Единственный фермер в радиусе 200 километров занимается зерном. Выращивает он пшеницу и овес. Больше здесь никто зерном не занимается по местности. В магазине цены на пшеницу и овес 22 рубля за килограмм. На горох цена в магазине 50 рублей за килограмм. Поэтому сами понимаете, что в магазине покупать корма это очень дорого. Всю эту дробленку мы мешаем с картошкой. Поэтому в нашем случае выгодно выращивать и сажать много, как можно больше картошки. Также в этом видео мы будем делать загон для Байкала. Потому что черный наш поросенок Федя поедет на шашлыки на днях, завтра-послезавтра. И Байкал просто будет мерзнуть один. Потому что они жили в разных загонах, но в одном сарае вместе с поросенком. Им там было тепло, но так как Федя собрался уезжать, Байкала нужно куда-то поселить. А так как мы еще не переехали в этот дом, селить нам его некуда. Я хотел ему сделать комнату в котельной, но так как котельную не удалось поставить до зимы, Байкалу зимовать негде. Поэтому было принято решение сделать ему загон, где у нас живут овечки и маленькие поросята. Других вариантов у нас нету, но зато им там будет очень тепло. В тесноте, да не в обиде, как говорится. Весной Байкал поедет к себе в вольер жить обратно в летний. Овцы будут пастись на поле, где у нас электропастух был натянут. Ну, а поросята как раз подрастут, и мы их распределим по всей бане. Вот, так что вот такие вот планы. Всем приятного просмотра и хорошего настроения. Вот такой вот дробленкой мы кормим. Мы здесь пшеница и овес вперемешку. В общем, мы варим картошку и перемешиваем вот такой сухой корм с картошкой. Добавляем туда премиксы, мясокостную муку, рыбную муку, мел, соль. Вот. Это все перемешивается, и вот таким кормом они питаются. Так что вот так, друзья. Подумал, а почему бы мне не взять дверь с летнего вольера? Я сейчас просто ее повешу вот сюда. Вот здесь вот будет загон для Байкалки. Вот в этом углу. Сейчас сделаем стойку, наверное. Сюда вот я поставлю стойку. А здесь просто досками заколотим. И все. И для ночлега ему здесь нормально. Воду поставить, еду поставить. И все, ночевать. А днем он носится со мной везде на улице. А главное, чтобы ночью не замерзал. Вот, сейчас вот эти штуки все разберем. Петли на саморезах открутим. И все, в принципе. Сейчас ходим за шуруповертом. И будем разбирать. Да, Байкал, я тебе ее летом строил. Сейчас разбираю. Но к двери ты уже привык, так что для тебя она будет не в новинку. Так. Вот и все, друзья. Минута времени, и все готово. Сейчас прикрутим там, уже в том сарае, и все. Сейчас сажаю на петли и показываю результат. Вот что у нас получается, ребят. Все на петли повесил. Здесь вот у Байкала будет вешалка, он тут будет сушить свою одежду. Вот. Делаем вот здесь стойку, где вот здесь дверь будет закрываться, прилегать к стойке. И дальше вот до этой стойки заколачиваем все досками. Ну, загородка, конечно, маленькая, но других вариантов у нас нету. О, ему здесь как раз вода и еда, и поспал. В туалет терпи до утра. Утром я приезжаю, ты хоть идешь в туалет. Теперь все открывается у нас.
открывается, закрывается. Буду дальше работать. Уже, наверное, покажу итог. Потому что мне тут тесно, мне тут снимать неудобно. Загон я сделал для пса. В принципе, все нормально. Вот так досками я обшил с этой стороны. Так, смотрите. Ну, вот такой получился загон ему. Ему соломы тут наложить. И переночевать нормально. Корма я привез. Фух, ладно, ребят, буду возить. В сарай все убирать. А то уже темнеет. Да-да, спину прям черную. Ребят, полное видео с забоем вы можете посмотреть в телеграм-канале, ссылка в описании. Всем спасибо за просмотр, всем пока.